СОР и СОЧ отменили для школьников из регионов со сложной паводковой ситуацией. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангельдыкызы. Тесты отменят в 28 школах от Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей. С 15 по 22 апреля переносят мониторинг образовательных достижений учащихся. В остальных регионах занятия идут в штатном режиме. Продолжается также работа по организации учебного процесса, размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах. На сегодня 2393 ребенка уже размещены. Учащиеся начальных классов в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями. Школьники среднего звена в общежитиях инновационных школ и лицеев республиканского значения – это Дарын, РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса. Старшеклассники в общежитиях колледжей и вузов. Дополнительно Министерством просвещения подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей.